Послушайте сказание о храбром рыцаре Алом и его доверчивом спутнике-волшебнике Лазурном, рискнувшими всем в мире Вара и Крафта ради спасения прекрасной девы Розацессы от злобного короля Ричарда Чурбана Долговязого. А ну-ка встал, Огар, чтобы я тебе мечом новую жопу сделал! Опа! Лут! Цинь! Чувак, если мы будем мочить каждого орка, мы никогда не спасем принцессу. Как знать, гей-лорд? Чё это за шапка? А эта палочка была твоей пиписькой? Это волшебный колпак, а это волшебная палочка, так что... заткни ебаликус, ха! Ага, усталые путники, красный и синий, я буду ебать вас своей былине! Чего? Не боись, это лорд Турет. Бард Страна Сана Пердолеса. Спасибо, но нам нужно выполнять квест. Поздно, я уже пою. Вейся, хой, стучите яйца. Элем, кружка, наполняйся. Феи, крошки, пусть в жопу влезут через рот мои яйца почесать. Я вижу замок. Принцесса на самом верху. А у нее большие сиськи. А то. Ну так поспешим. А, прекрасная дева. Алый, прикрой меня! С тобой, мой лук! Черт! Помоги, помоги! Прикрою спину! Моя спина! Это так надо! Что за хрень? Хорош! Хватит стрелы метать! Опа! Я нашел арбалет! Ой, слава богу! Душу маму! Синий, я тут торчу уже часа 4, все еще хуже нашего первого свидания. Стой, ты серьезно? Я иду домой. Перезвони, как наиграешься со своей палочкой. Погоди, розовая, вернись. Как смеет эта баба портить нам ночь подземелья и драконов? Проверка печали. Фатальный крит. Сочувствую, брат, но как сказал однажды король Ричард Чурбан, чувак, она сука. Долбоебы!